Такой мы увидели улицу Зеленую прошлой зимой. Огороды подтоплены, вместо дороги каша из снега и льда. В подвалах жителей плавают банки и овощи. Через неделю реку очистили ото льда, но улицу затопило еще раз, уже весной. В администрации пообещали, эта проблема на контроле. Сегодня о потопе напоминают эти разводы на постройках. Артем живет здесь больше 30 лет. Топит каждый год, и зимой, и весной. Вот по этому уровню все вот так вот вода была. То есть вот так получается. Полный подвал воды. Хозяйство Рафаэля тоже пострадало. Затопило помещение, где стояла бытовая техника. Две стиральные машины пришлось выбросить. Ремонту они не подлежали. Жители надеялись, когда сойдет снег, русло прочистят от песка и мусора, как и обещали в администрации. Но ни весной, ни летом никакие работы здесь не проводились. Те, кто пострадал сильнее всего, соорудили дамбы вокруг домов. Русло, как вот я не вижу, чтобы кто-то чистил это русло. Солью посыпали в том году, все. Трактор проходил, там вот лед долбил чуть и все. Там, такого, в этом году по весне обычно саморык прочищали, сейчас в этом году что-то тихо. Никто не чистил. Может и затопит, потому что русло-то летом никто не чистил. Как там был песок, так он и остался песок. Они вот сделали, экстренные меры приняли, вот то, что они русло почистили, ото льда вода прошла, а летом-то ведь никто не занимался этим делом. Оно как стояло, так и есть. Так что сейчас вот ждем у моря погоды. Такой вариант, как в прошлый год, не совсем не исключен. Пока жители решают насущные проблемы, чистят крыши от снега и заготавливают дрова. И очень надеются, что про них все-таки не забудут. И реку прочистят вовремя, не дожидаясь, пока улицу вновь затопит.